Барьера не будет, но мы надеемся на достаточно массовое участие. Это любое общественное мероприятие это абсолютно неизвестно, потому что вы помните правила. То есть это действие, да? Даже любой спектакль, ты знаешь уже как бы аудиторию, ты знаешь, ну, хотя бы сценографию, ты знаешь даже актеров, которые это будут делать. Вот это вот, но практически сейчас мало что знаем. Мы будем узнавать по ходу движения, как говорится. Поэтому это и называется движение. А вопрос еще часто. Организация будет существовать за счет добровольных взносов. Порядок комитет не возбуждает приемного работа. Наоборот, это институт создумака фикс-процесс, велочно памятного комитет, готова еще дебинашный сапл, царский принат, тот погоду валды, тот и то дарит. Я мумс бус августу наоборот, пошла быть велочно, тот мы с нотой, кайте нас, мы зимы хорил в мумс есть. Мистер Рекон, а то завтра, я Mēs izvēlējāmies zīmīgu datumu un mēs atsaucamies uz tām vērtībām, kas bija pasludinot Latvijas valsti un to mazākumtautību lomu Latvijas neatkarības nodibināšana. Tā nepelnīgi tiek aizmirstā un nepelnīgi tie demokrātijas principi, kas bija 22. Gadā, tie un 18. Gada proklamēt Latvijas republiku, viņi netiek pilnība ievēroti un viņi netiek iztenoti tieši attiecīgi uz netilsoņiem. 20 gadus mums ir demokrātijas deficīts un tāpēc mēs domājam, ka Latvijas valsts proklamēšanas dienā ir svarīga diena, kad atgādināt, ka ne visas vērtības ir iztenotas un visas uzdevumi ir izpildīti un netilsoņi ir tas jautājums, kas steidzīgi jārisina, lai izveidot Latvijas politisku nāciju. Tas tā, kas tas rakstīts satversmē, ka valsts vara piedara Latvijas tautai. Дело в том, что это проект программы. Это как одна из идей. То есть поддерживается ли она остальными участниками, понимаете? Это инициативная группа, которая сейчас готовит документы, и это все проект. То есть когда будет уже ближе к осени, тогда будет видно, но если у людей будет желание, мы не сможем этому противостоять, то есть в этом плане, мы же не сможем сказать нет. Есть и второе, мы возможно, кто-то из нас и войдет кто-то дальше, правление временное, дальше и парламент утвердит. Мы предлагаем пока проект. Конечно, те опасения, которые вы высказали, высказывают и участники конгресса тоже, не все одинаково мыслят, это вполне естественно. Все будет зависеть от обстоятельств, от обстановки. Все будет, но план пока, проект такой. Nu, tiešām, es gribu arī atbalstīt, ja, piemēram, ja valdība uzsāks tik tiešām atvērtu konstruktīvu dialogu par nepilsoņu problēmu risināšanu, varbūt mums atkritīs nepieciešamību protestēt un būs nepieciešams piedalīties diskusijā un kā šo problēmu risināt. Pagaidām, diemžēl, mēs redzam, ka vēlmes problēmu risināt nav un līdz ar to mums tas jāpaceļ dienas kārtībā. Вот это был я утром. 23 марта в 10 утра, где будет? Мы сейчас будем в гостинице Исландра, всем, кто приглашены на конгресс, будет приглашение выслано на электронную почту. Но если есть регистрация, значит, будет, да, приглашение. Конечно, конечно. Приглашения будут, и ну, этот вопрос как бы технический, конечно. Конечно, все будут приглашены. Простите, я там прислал еще заявку на несколько человек, но я не уложился в срок до 12. Дмитрий, срок. Это все будет после пресс-конференции. Я все вам расскажу, хорошо? Еще, пожалуйста, вопросы. Пока я давно узнал лидера, он зарисовал, тогда коллектива Гарбиба, когда человек, кас atbalsta šo mērķi, darbojas tā sasniegšana. Mums, tāpēc, kas līderis, laikam, formāli, tas ir divi valdes līdzpriekšsēdētāji, kas tiks ievēlēti dibināšanas sapulce, bet mums pagaidām nav skaidrības, kas ir.
Šodien nav nekādās. Mums ir iniciatīvas grupa, teiksim, tie cilvēki, kas, no paša, kas iniciē šo jautājumu un kuri aktīvi velta savu spēku tā sasniegšanai. Nu, iespējams, ka, nu, teiksim, Valērijas Komarovs varētu būt viens no tiem. Bet, nu, tas, sakot, tas ir tas vēl apspiežams jautājums. Un, būtībā daudz mūsu aktivisti ir gatavi uzņemties šo lomu, un mums ir tāda veselīga konstruktīva konkurence, un dosim tautai iespēju vēlēt. Jā, mūsu grib un mūsu vēlme, tas nav. Tas ir paslīdīgi instanci. Labi, paldies par jūsu interesi, spēcība za vāciju, tu vāši interesi.